Как отправить подарок выпускнику гимназии, в данный момент проходящему службу в армии? Акция «Подарок солдату» проходит у нас ежегодно в нашей школе. В ней принимают участие ученики с 1 по 11 класс. Также она проводится в период с 1 по 16 февраля. Наши ученики приносят необходимые вещи выпускникам, которые сейчас находятся на службе. Например, они приносят средства личной гигиены, какие-то канцелярские товары и, конечно же, сладости. В нашей акции в этом году мы решили ввести такое направление, как письмо солдату, чтобы дополнительно к подарочкам прикладывать какую-то весточку из родного города, например, чтобы им было приятно вспомнить о каких-то школьных моментах, и они с улыбкой вспоминали свой дом. Чтобы поучаствовать в акции и принести подарок, нужно подойти в 54-й кабинет и отнести Юлии Александровне Белозеровой. Приглашаем за покупками в Мегамаркет Континент. Для вас огромный выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Вас ждут в Доме торговли по адресу переулок Революционный, 6, 2 этаж.